Отвечая на вопрос, для чего нужна чаша с гвоздикой, я сразу вам скажу, что это очищение организма. И что такое очищение организма? В каждом организме есть много паразитов. Это такие, так сказать, наши враги, но которые вечно с нами. Про паразитов сейчас не хочу больше останавливаться. Я только вот скажу, что это всем известная гвоздика, антипаразитарное средство. Что она делает? Что бы мы ни делали, как бы мы ни чистили свой организм, но яйца остаются. А вот именно гвоздика, она уничтожает яйца, глистов прежде всего. Итак, я ее завариваю, я ее запариваю. Здесь важно знать, видите, у меня тут такая специальная чашка, и она уже вся пропитана маслом гвоздичных цветов. Как вы заметили, она намелена, это не покупная. В покупной рассыпчатой там нет этого масла, как раз вот то, что необходимо. Поэтому берется вот обычная гвоздика, вот ее вот в кофемолочку, и получается вот такая вот заготовка. Итак, сколько ее нужно сыпать для того, чтобы правильно сделать процедуру, ну так сказать, насладиться жизнью, да. Сколько ее нужно сыпать? Вот это вот я делаю нам вдвоем с мужем. Это у нас суточная норма. Как я ее рассчитывала, это отдельный вопрос. Очень хитрый такой лайфхак. Вот, но она рассчитана. И уже испробована не один год. Итак, я ее вот засыпаю. Вот, засыпала. Сейчас у нас такой термопотик, которым мы пользуемся очень хорошо. Кстати, очень удобно. Много туда помещается. И что я еще хочу показать. Как я чищу зубы? Я чищу зубы не пастами. Там говорят, то фтор очень вреден, то еще какая-то добавка очень вредна. Я для себя решила, что у меня самый безопасный способ очистить. Да, вот еще муж подсказывает. Смотрите, что вы вообще сыпите в продукты? Какую-то соль там, ну, в общем, я выбираю соль тоже не обычную, а я выбираю вот морскую соль. Вот. И я ею умываюсь, то есть у меня каждый день я на море, и я, конечно же, ну да, лицо, и да, вот у нас уже закипело, видите, закипела, тут зелененькая пупочка есть, она закипела, и вот я ее полную набираю в это время. Так, и блюдечком закрываю. Ну, и потом у меня есть вот такие волшебные платочки. Вот я их настаиваю 15 минут где-то. Нахлобучиваешь платочки. Да, нахлобучиваю. Итак, сколько я беру для того, чтобы почистить зубы и умыться. И не только для этого. Я вам расскажу еще и покажу, может быть, еще одну процедуру очень важную. Вот. Это промывка носа. Носика нашего замечательного. Так, это я знаю, я все время так делаю. Вот уже муж недоволен, увидел, что я мокрую ложку в соль положила. Ну, положила, я знаю, у меня там все в порядке. Итак, я добавляю кипяченой воды, чтобы было тепленькое, да, холодное, горячему. Вот у меня здесь нормальная температура. Итак, берем щеточку, полощем и чистим зубы. Но это только первая часть марлезонского балета. Я потом вам еще расскажу, что я еще делаю. Как я отбелила зубы, смотрите, будет в следующем ролике, скорее всего. Всех благ!